тему. Но так как я петь не очень хорошо умею, понимаете, да, мне лучше на скрипке играть. Но у меня есть волшебная подруга, которая очень красиво поет, и мы с ней знакомы тоже очень-очень давно. Я ее приглашу под двойной фамилией Мария Григорьева Минина. Она вам споет тоже очень волшебную мексиканскую песню про сердце. Добрый вечер. Но петь я буду по-русски. От чистого сердца поздравляем вас с красивой датой, с днем рождения. В стихах я не умею так красиво говорить, как вы, но хотелось бы вам пожелать. Вы такая молодец, что подарили миру таких красивых девушек, красивых дочерей, которые сейчас, как солнышко, да, дарят нам свое тепло, дарят свое творчество, помогают нам, нашему здоровью, нашей душе и всему-всему остальному. Вы нас радуете своим творчеством, своими стихами. И желаем вам, правда, настоящего человеческого счастья, женского счастья вам. Чтобы вы были действительно по-настоящему счастливы в окружении ваших девочек, ваших родных, близких. Ну и, конечно, творчество, дальнейшего вам творчества. Говорят, с днем рождения! Говорят, самый лучший подарок — это подарок, сделанный своими руками. Поэтому я решила
Действительно, ну чего там, да, вот что-то дарить такое, пусть это будет то, что вы очень любите в моем исполнении, поэтому от всей души вот этот красивый, надеюсь, очень вкусный торт. Пусть ваша жизнь будет такой же красивой, яркой, вкусной, как вам. С днем рождения! Можно даже вот так пальчиком мазнуть и попробовать. А я вам говорила, что я люблю кулинарные мастер-классы посещать.